Я, в общем, готова перейти к обзору методологии разработки для чайников. А здесь я сразу оговорюсь, я выбрала не все методологии, их, сами понимаете, огромное множество. Это, знаете, как с эволюцией менеджмента проектов, да, было. То есть сначала мы говорили, что это администрирование, да. Потом мы говорили, что это руководство, потом мы стали говорить, что это менеджмент, но суть-то поэтому, по сути-то, ну, мало что меняется, вернее, меняется там, что-то обрастает технологиями, что-то становится более динамичным, от чего-то отказываемся, но как бы смысл один и тот же, да, мы как вели проекты, так и ведем их. Точно так же и в разработке наша цель разрабатывать, да, наша цель производить какие-то работающие продукты. Но с каждым годом, с каждым проектом, с каждой итерацией мы понимаем, что какие-то вещи надо менять, какие-то от чего-то отказываться, что-то привносить. И, собственно, поэтому у нас рождались разные методологии. Вот, собственно, их список – это Waterfall, Rational Unified Process. А что у нас так с резкостью? Нормально вам видно? А, ну, значит, это мне отсюда так плохо видно. Rapid Application Development, спиральный подход, Dynamic System Development Model, Feature-Driven Development, мне кажется, вот это уже как бы больше на слуху, да? Joint Application Development, Extreme Programming, тоже, я думаю, что достаточно распространено. Lean Development и, собственно, наш любимый Scrum, да? И Scaled Agile – это уже, скажем так, одно из последних веяний. Это тоже про масштабируемость, но все в рамках Agile. Ну и, собственно, давайте по порядку пойдем. Waterfall – это классическая методология, которая… Это классическая методология, по которой долгое время программисты релизили, пытались релизить или думали, что релизят свои проекты. Что она подразумевает? Жесткий и линейный процесс. То есть мы сначала разрабатываем requirements, потом мы дизайним наше приложение, потом мы его, собственно, пишем, после того, как мы его полностью написали, мы его тестируем, и после тестирования и отладки мы уже отдаем его в продакшн и на поддержку. Ну, по сути, из преимуществ это децентрализация процесса, то есть у нас каждый процесс, да, вот бизнес-аналитики пишут requirements, и, собственно, там нету какого-то централизованного контроля, да, дизайнеры дизайнят и так далее, да, то есть у нас есть рабочие группы, которые этим занимаются. Ну и, наверное, строгий контроль качества, да, если уж по пути разработки там реквайрментов, дизайнов и имплементации этого не делать, то у нас совсем ничего не получится. Вот. Недостатков, к сожалению, этого подхода больше, чем достоинств именно в разработке. Объясню почему. Потому что вот этот весь цикл, он достаточно сильно затягивается в рамках данной методологии. Ну, то есть люди, которые пишут реквайменты и понимают, что вот они сейчас их напишут, их надо застолбить, и их нельзя менять, да, вот как основной принцип Waterfall, они, естественно, это будут делать дольше. Они будут выверять каждый сантиметр своих реквайментов, они будут спорить по каждому аспекту, чтобы не ошибиться. Ну, то есть как саперы, да, возможность ошибиться у вас есть один раз. То есть это не гибкий подход к разработке. И еще один из больших минусов, что этот подход подразумевает простой в работе рабочих групп. Да? То есть бизнес-аналитики написали требования и сидят, ждут, пока это все, собственно, закончится. Вот. Но это в рамках одного проекта. С течением времени люди поняли, что от задумки продукта и к моменту поставки его на рынок проходит такое количество времени, что рынку уже этот продукт может быть и не нужен. Или нужен, но не в том виде. Или нужен был вчера, а сейчас уже как бы поздно. Да? То есть это очень много выброшенных усилий, в первую очередь усилий, ну и денег как следствие. Вот. Поэтому люди стали думать, как улучшать процессы, и придумали Rational Unified Process.
То есть это итеративный уже подход, то есть мы поставляем продукт по частям, и здесь в этом подходе мы как бы немножечко митигировали те риски, которые возникали во время водопадной разработки, да? Мы имеем ранний выпуск продукта, то есть мы его выпустили в каком-то минимальном виде и запускаем на рынок для того, чтобы уже посмотреть на пользователях, как оно работает или нет. Там используется повторное использование каких-то подходов, каких-то решений. То есть, если какой-то подход в разработке хорошо себя зарекомендовал, то при дальнейшем развитии продукта мы стараемся использовать его же, да? И постоянное обучение происходит девелоперов из-за того, что итерации короткие и нету такого огромного времени, да, между там выпуском продукта и его дальнейшим девелопментом, девелоперы так плавно и безболезненно постоянно обучаются. Ну и плюс постоянное улучшение продукта. Получая частый фидбэк, соответственно, мы имеем возможность плавно улучшать свой продукт и делать его лучше, безболезненно и без особо сильных потерь. Вот, собственно, тут схема у нас. И это уже как бы был подвод к Agile, к универсальному гибкому методу разработки программного обеспечения, который, собственно, создали 17 умных человек, мастодонтов программирования, собрались в одной комнате, сели и написали Agile Manifesto, который состоит из 4 основных принципов, которые потом были разбиты на 12 принципов. И, собственно, вот эти 4 основных пункта Agile Manifesto — это люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов, работающий продукт важнее исчерпывающей документации, сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий и проекта. Ну и, собственно, готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану. О чем здесь речь? Речь, мне кажется, во всех 4 высказываниях об одном и том же, что живой продукт, живое общение и живые решения, они важнее, чем то, что мы написали, подписали контракт, да, и следуем строгому плану. Собственно, это и приняли за точку отсчета в гибких системах и методологиях разработки. Но потом, естественно, у нас появились всякие разные виды гибких методологий. Одна из них Rapid Application Development. Это методология для создания больших и интенсивно, скажем, интенсивно Господи, интенсивного создания больших продуктов, да? Методология, которая ставит во главу угла способы, языки быстрого программирования, вот, которая позволяет, скажем так, выбрать разработчикам, чем они будут программировать. Главное, чтобы они для себя понимали и в команде могли утвердить, что они это сделают быстрее, чем-то другим, да? Основные пункты концепции — это первое — использование фокус-групп, которые собирают требования, то есть это не там один какой-то человек, а именно группы, которые с разных сторон рассматривают продукт и собирают требования. Прототипирование и пользовательское тестирование на ранних стадиях. То есть мы написали прототипчик, протестировали, заработало, мы его тогда уже вот мясом наращиванием. То есть это опять же про короткие итерации, да, и про короткие какие-то периоды программирования. Повторное использование программных компонентов. То есть, ну, здесь про, скажем так, универсальный подход. То есть, если мы пишем какую-то большую систему и будем каждый там со своим почерком ее писать, то, скорее всего, эту систему будет очень сложно поддерживать. Поэтому здесь необходимо, чтобы были люди, скажем так, ответственные, которые скажут, что вот этот подход хорош для использования в нескольких кусочках приложения, и мы будем его использовать так.
То есть использование плана, не включающего переработку. Или дизайн следующей версии продукта. Что это значит? Что мы вот сейчас, здесь и сейчас, мы здесь и сейчас, мы пишем то, что запланировали написать. Мы не распространяем, не меняем фокус, не меняем контекст, мы пишем то, что запланировали ранее. Да? Пока не напишем, мы не будем дизайнить следующее. Ну и проведение неформальных совещаний, вот здесь они как бы могут и зачастую проводятся ad hoc, то есть поняли необходимость, что надо собраться и поговорить, значит собрались и поговорили, нету такого вот четкого расписания этих совещаний. Спираль. Собственно, спираль – это достаточно сложный процесс, сложная методология. Я, к сожалению, на своей практике с ней не сталкивалась и реально ее не трогала. Могу сказать, что она, конечно, имеет смысл при разработке каких-то тоже достаточно крупных, тяжелых, редко меняющихся систем. Когда вы начали с маленького кусочка и постепенно наращиваете, да, сложность продукта, при этом контролируя и понимая, что у вас там вот этот маленький кусочек, который вы сделали, он уже сделан вот настолько хорошо, насколько возможно было. Да? Потом вот, ну, как бы двигаясь по спирали, то есть постоянно как бы наращивая приложение, постепенно усложняя его. И, собственно, с каждым новым витком вы охватываете все больше функционала приложения. Dynamic System Development метод – краеугольным камнем здесь является то, что весь процесс – это исследовательская работа. Здесь как бы говорится о том, что ну, нельзя единожды что-то определить и оставить это неизменным. Да? Это опять же тот же agile. И здесь приветствуется вовлечение всех заинтересованных людей в процессе разработки, в том числе конечных пользователей. Ну, соответственно, и из минуса конечных пользователей, если много привлекать, это сложно, затратно и не во всех системах оправдывает себя. Feature-driven development. Я думаю, что наши опытные коллеги сталкивались, дата-артист, с такой штукой. Да, Витя? Расскажи нам про feature-driven development. В общем, feature-driven development – это тоже про крупные проекты и про то, чтобы систематизировать крупные проекты. Feature-driven development ставит во главу угла именно фичи, да? И каждая фича должна быть обсуждена и систематизирована. И постепенно прикручивая эти фичи, мы должны понимать, что система должна быть, собственно, адаптируема под них. Да? Каждый член команды должен понимать, что в конечном итоге мы делаем. И, естественно, должен понимать ценность своего, того продукта, который мы пытаемся, мы не пытаемся, пишем, да, и поставим на рынок. И здесь тоже в почете короткие итерационные подходы, просто для того, чтобы видеть как бы фидбэк на коротком сроке и понимать, что, собственно, можно исправить. В feature-driven development есть очень важный момент про коммуникацию и разработку. Коммуникациям там отдается 23-25% от всего времени. И упор делается именно на разработку, сборку, стабилизацию, тестирование, то есть на реальную работу руками. Вот. Это, собственно, вот по feature-driven development. Joint application development. Кто-нибудь слышал про такое? А я даже слышала, что в DataArt тоже однажды был проект, который имел, скажем так, частично такой процесс. Я не знаю, насколько они следовали полностью этому процессу. Joint Application Development придумали в компании IBM еще где-то в 70-х годах. И это была методология, придуманная для всего бизнеса в целом.
что она означала, что бизнес не должен быть для бизнеса, да, бизнес не должен быть для его руководителей, бизнес должен быть для пользователя. Поэтому что сделали IBM? Они сфокусировали свое внимание на пользователях, на опросах, на каких-то совещаниях рабочих групп, где они получали живой фидбэк от настоящих живых людей и, собственно, корректировали свой бизнес в необходимую сторону. Позже это перешло и в разработку. У нас здесь DataArt, я сейчас не знаю, имею ли право называть там проект или что-то еще, я скажу, что в каком-то условном городе был снят какой-то условный офис, был куплен какой-то условный мешок шоколадок и было куплено оборудование для UI-UX-тестирования, да, для UX-тестирования пользовательского. И, собственно, людей с улицы звали в этот офис, сажали за компьютер. Люди, которые впервые видели приложение, должны были что-то там сделать. Ну, там, грубо говоря, вот у вас есть приложение, вам надо в нем зарегистрироваться. И, собственно, люди садились, начинали ерзать по экрану глазами, это все фиксировало оборудование, потом на основе вот этих графиков фиксации делались выводы о том, куда люди смотрят, куда чаще, куда меньше, и каким образом надо простраивать UX-приложение. То есть этот подход, он экономит очень сильно на изучении рынка, не нужно нанимать каких-то очень дорогих бизнес-аналитиков, чтобы они ходили там по опросам или что-то еще и изучали, что же там пользователям нужно. Просто вот уже нашли пользователей и, собственно, на них изучаем. Да? Ну, из минусов, опять же, то, что много пользователей – это тоже бюджеты плюс время, плюс не всегда есть возможность именно сфокусироваться на целевой аудитории. Да? То есть не все приложения пишутся для там людей, которые просто в массе ходят на улице, да, есть какие-то специализированные приложения, и отсутствие четких технических заданий. Ну, собственно, вот эта боль будет нас сопровождать на протяжении всего Agile. Extreme Programming. Тоже я думаю, что ребята в DataArt знакомы с данной методологией. Видят ее чуть ли не в каждом проекте. Что отличает экстрим программинг? Разработка в условиях постоянно меняющихся требований. Ну, собственно, это реалии нашего рынка, и от этого никуда не деться. Клиент приходит и говорит, я хочу вот такое приложение. Мы с ним садимся, прописываем какую-то спецификацию, говорим, точно такое хочешь? Он говорит, точно такое хочу. Через какое-то время он приходит и говорит, нет, такое не хочу. Хочу такое же, но с перламутровыми пуговицами. Ну и, собственно, что мы скажем клиенту? У нас вот есть Agile манифест, который говорит, что человеческие отношения как бы важнее бумажных и все остальное. Поэтому у нас включается экстрим программинг, в котором, здесь у меня первым пунктом вынесена игра в планирование. Это говорит о том, что каким бы ни был умным архитектор, руководитель проекта там, или кто-то еще из людей, которые начинают этот проект, они всего учесть не могут. Да? Поэтому мы планируем верхнеуровнево и уже в процессе постигаем, да, какие-то вещи и что-то добавляем, что-то наоборот убираем. Высокая частота релизов, контакт с клиентом. Здесь очень важный момент, что в идеальном экстрим программе постоянно происходит рефакторинг. То есть он тоже планируется, как и релизы и все остальное. Это не то, что там клиент пришел и сказал, а сейчас у меня есть полмиллиона, вот сделайте мне рефакторинг. И все кинулись сразу переделывать то, что уже давно не работает. Да? А в экстрим программинг подразумевается, что рефакторинг должен быть запланирован точно так же, как и релизы и, собственно, все остальные артефакты программирования. В экстрим программинг строго необходим стандарт выполнения кода. То есть здесь сразу надо понимать, либо мы собрались и договорились о том, как мы все вместе пишем, либо мы потом не приходим и не говорим, Вася, ты что тут написал? Да? Стандарт выполнения
кода и коллективная ответственность. Вот это вот то, что возможно, сделает успешным работу команды сеньоров, когда они понимают, что они все вместе ответственны. Даже если кто-то один настоял на своем, они приняли эту точку зрения, каждый член команды должен понимать, что нету виноватых, есть как бы факт, с которым надо работать. Да? Lean Development. Кто-нибудь в DataArt работал по этой методике? Нет? Ну, на самом деле, что там? Да, все правильно. Все правильно. Про Lean Development. Про Lean Development есть отдельная история. Кто-то, может, знает? Сейчас я найду это имя, сложно произносимое. Собственно, методология Lean пошла с 50-х годов, с концерна Toyota. После того, как Япония проиграла в войне, после того, как страна была в руинах, Тайти Оно, один из создателей этой методологии, понял, что если они не поменяют подход к производству автомобилей, они просто проиграют на автомобильном рынке, и, собственно, Америка их съест в этом плане. Поэтому что сделал Тайти Оно и его команда? Он просто выходил каждый день в завод, смотрел над тем, как работают люди, что они делают, что у них получается, что не получается, какие, что ведет к простоям, что ведет, наоборот, к ускорению процесса. И выработал технологию бережного производства. Что подразумевает эта технология? Ну, во-первых, да, действительно, нужен высокий моральный дух. То есть, когда ты постоянно на постоянной основе делаешь какие-то одинаковые работы, да, и ты понимаешь, что ты вот сегодня сделал дверь, и завтра сделаешь дверь, и послезавтра ты тоже сделаешь дверь, моральный дух может в какой-то момент упасть. И это заметил Тайти Оно. Он решил, что сотрудников надо поощрять за их работу, да, даже за монотонную и за такую, казалось бы, винтикообразную, да, и не сильно важную. Плюс Тайти Оно говорит о том, что надо изменять текущие задачи по мере необходимости и запроса на них, да, то есть наблюдать за тем, как меняется у людей фокус внимания, расширять линейку, если американские производители, наоборот, там брали какой-то недорогой автомобиль и в массы его загоняли, то здесь Тайти Оно говорил о том, что наоборот надо разные вариации автомобилей предоставлять. Также он говорит о том, что нужно строго следовать плану. Все, что сверх, это как бы можно рассмотреть, но потом, но сейчас вот мы сделаем вот такую машину, которую мы задумали. И общая концепция у них была мыслить широко, делать мало, ошибаться быстро, учиться стремительно. Это совершенно не говорило там о том, что тех, кто ошибается медленно, сразу выгоняют, но стремились к тому, чтобы, если уж ошиблись, то быстро на своих ошибках учиться. А что, с точки зрения ресурсов, в чем была инновация Тайти Оно? Он избавился от складов вообще. То есть если раньше в автомобильном производстве детали производились и складывались, автомобили производились и стояли, ждали своего потребителя, то здесь Тайти Оно нацелился на именно изучение уровня спроса и сказал, что производить надо ровно столько машин, которые сколько не будет стоять в наших складах, чтобы мы просто не тратились на эти склады. Вот, собственно, эта теория родилась так на производстве. Позже, уже, опять же, в 90-х годах она перешла в программирование и development, но, мне кажется, больше это подходит для каких-то саппортных проектов, да, когда люди точно так же там на протяжении многих лет делают какую-то одну и ту же работу, поддерживают одну и ту же систему, там, внося какие-то незначительные изменения. Вот там Lean очень хорошо работает, когда
скрупулезно наблюдаешь за процессом и понимаешь, где какой маленький винтик убрать, а где добавить. Ну и, собственно, наш любимый скрам. Я думаю, что про скрам мне здесь расскажут все. Это итеративный подход. А Джефф Сазерленд, бывший летчик, который участвовал в войне во Вьетнаме и который, собственно, один из авторов Agile Manifesto, он придумал в свое время эту методологию, которую, как он говорит, можно распространить не только на разработку. То есть все можно делать спринтами, маленькими итерациями, запланировав как бы продукт и разбив его на эти итерации. Сазерленд тоже выступал за минимизацию времени на совещании. Именно поэтому он говорил о том, что надо встречаться каждый день всей командой, чтобы мы видели и понимали на протяжении всей разработки, что у кого происходит и в какую кто сторону движется. Плюс Сазерленд говорит о том, что надо строго всегда следовать расписанию. То есть вот мы запланировали на 2 недели спринт, значит, через 2 недели спринт надо закончить. Если мы что-то не успели, а мы это передвигаем в другие спринты, но ни в коем случае не передвигаем дату. Понятно, что на деле у нас по-разному получается, но как бы вот идеология его такова. Быстрый фидбэк – это, собственно, быстрая реакция на то, что мы сделали от конечного пользователя, нашего клиента. Да? То есть это те наши демо, которые в конце каждого спринта происходят. 2-4 недели у нас длится спринт. Да? В конце спринта мы приходим к нашим стейкхолдерам и говорим, ребят, вот мы вам напилили MVP, посмотрите, что у нас получилось. Они сели, посмотрели, поняли, что им там что-то не понравилось, поменяйте нам вот здесь. Это не говорит о том, что мы плохо сделали, это говорит о том, что просто требования поменялись, да? И придется внести изменения в систему. От трех и там до 6 человек, ну, больше уже. Потому что тяжело это будет все менеджить. Ты сейчас меня тестируешь и экзаменуешь. А тут на самом деле вот. Со скрамом, да, тима может быть больше, но здесь уже как раз-таки вот зависит от того, насколько автономны ребята. Если они могут работать как команда, как единый организм, да, если они с полуслова друг друга понимают, и я встречала такие команды здесь не раз, и я каждый раз удивляюсь, как люди, собравшись из разных локаций, с разных проектов придя, и они сразу начинают работать как единый организм, там, пройдя какой-то короткий отрезок времени. Вот если так, то можно там и до 12 человек. Но 20 – это уже не скрам, это уже, ну, надо как-то по-другому называть или разбивать на разные тимы. Ну и, собственно, моя любимая схема. Я не буду вам ее объяснять, она очень интересная. Но она потребует примерно столько же времени, сколько я сейчас уже перед вами стою. Scaled Agile. Scaled Agile – это такое хайповое направление в разработке. Сейчас у нас по этой методологии идет ILG. По-моему, у нас даже есть Publicity, я могу об этом сказать, да? Ну, во всяком случае, мы записываем видео с нашими клиентами уважаемыми, ездим к ним на тренинги. И, собственно, что под собой подразумевает Scaled Agile? Это масштабируемая реплика Scrum. То есть это вот ответ на вопрос о том, если в Scrum команда больше 6 человек, тогда, соответственно, если возникла такая необходимость, значит, и система у нас достаточно нетривиальная и большая. Если у нас система нетривиальная и большая, то мы делим команды на несколько скрам-команд. И у нас присутствуют все те же, внутри команд у нас присутствуют все те же артефакты планирования. Там планирование спринта, ретроспектива и все остальные артефакты, которые в скраме. Но при этом у нас появляются как бы надстройка над этими артефактами, когда команды собираются вместе и планируют уже весь продукт. То есть это, как правило, это PI-планинг,
это product increment planning, это занимает от 2 дней, это собираются несколько скрам-команд, они обсуждают, кто что разрабатывает, кто какую часть приложения разрабатывает или системы, да, и они, собственно, все вместе вырабатывают общую стратегию, по которой они будут идти. Scaled Agile сейчас набирает популярность и обрастает, скажем так, правилами. Но вот основные правила в том, чтобы все те элементы планирования, которые есть в Scrum, применяя их все вместе, потом синхронизировать между командами. То есть у них есть архитекторы, которые отвечают в целом за продукт, да, и которые ходят от команды к команде и выясняют, в каком направлении движется именно команда. И у них есть ощущение того, что они все ответственны, каждая команда в отдельности и все вместе за выработку одного единственного продукта, разработку одного единственного продукта. Вот, собственно, все, что я хотела рассказать по литературе, которую я ребятам рекомендую. Я бы не стала начинать с многого, да, я бы прочитала Agile манифест, если вы еще не знакомы. Он прям вот застолблен вот под этим урлом. Вот. Я бы прочитала Джеффа Сазерланда обязательно. Он очень интересный, ну как очень интересно, чисто по-американски, но достаточно интересно пишет. Я сама начала читать, еще не закончила, постигая Agile, ценности, принципы, методологии, ну, потому что, собственно, книга 2018 года. Вот. И Geekbrains, мне понравился интересный портал на русском языке, это, по-моему, Mail.ru команда, но они дают 7-дневный трил, за который можно там посидеть, что-то изучить даже из курсов, а впоследствии можно просто читать у них статьи. Вот многое из того, что я вам сегодня рассказывала, я собрала у них, честно говоря. Чтобы не было потом претензий у Mail.ru. Собственно, у меня все. Есть у вас какие-то вопросы?